Так, привет, народ. Со мной связался один подписчик, который строил погрузчик Богдан. Зовут его. В связи с переездом он решил продать свой погрузчик. Погрузчик не доделан, он все на ходу. Сейчас я оставлю кусочек ролика. Нужна гидравлика туда и покраска. Ну, ковша нету, гидравлики нету. Вот. И покрасить. Вот. Поворотный узел стоит там УАЗовский. Рама вроде как десятка. Вот. В принципе, все сделано. Стрела на ступицах, все там. Кого заинтересует, я номер в описании под видео оставлю. Созванивайтесь, договаривайтесь по поводу доставки, по поводу оплаты. Вот. В принципе, там работы немного осталось. Человеку просто срочно надо уезжать, и надо ему погрузчик продать. Грубо говоря, человеку уже некогда им заниматься, и вести с собой его нет интереса. Так что, если люди никто не заберете там, я его заберу на перепродажу. Я его доведу до ума и выставлю на продажу. Вот. Так что человек попросил помочь. Вот я выкладываю видео. Может, кто-то заберет, поставит гидравлику. Ну, да, вложит денежки до конца. Цену он озвучивает в 60 тысяч. Все, теперь смотрите сам ролик. Всем пока. Продолжаем обзор. Батарейка села. Вот, потому что у нас глушитель, сцепление из гидровыжима. Два ремня. Профиля. Вот. Мосты вот такие распорки поставил на. Сейчас покажу. Для растяжки, как их назвать. Трубу. Косынки, в общем, такие сделал усилители. На мост и раму кинул. Труба толстостенная, 40 на 60. Швеллер. Сотка. На стреле опорный швеллер. Это 120-й. Стрела сотка. Вот, подшипники, ступицы здесь новые полностью. Вот. Не ездил по разборкам, не покупал. Так что вот такой трактор. Кому надо, обращайтесь. Цена, прошу, 60 тысяч. Вот. А там можем поговорить, поторговаться, если хотите. Здесь просто материалы только на 1050, как минимум. А что кому надо, потом... Еще сниму видео, как он ездит, как заводится. Ну, в принципе, как заводится, я могу и сейчас показать. Как он заводится. Сейчас мы травку поставим. Травочку поставим, вот так сделаем, вот идем. Вот так вот. Немножко проедем. Вот так вот первая скорость, включили, поехали. Едет хорошо, тянет, зверски. Обзор. Первая, самая медленная скорость. Едем потихоньку. Это задняя скорость. Третья, если я не ошибаюсь, скорость. Да. Улица одним пальцем, легко очень, всяких проблем. Это все, кому что надо, задавайте вопросы, пишите. Жду, может, подарить есть.